Я сейчас сделала макияж, и мы едем в парк Галицкого. Это просто наикрасивейший парк в Краснодаре. Очень круто, я хочу сделать новые фотки. Все, ребята, мы приехали в парк Галицкого спустя столько лет. Мы заказали все напиточки вкусненькие и еще тортик. Мы, короче, сначала покушаем, подождем, пока чуть-чуть пойдет жара и пойдем больше гулять. Пробуем матчу с суперфудом. Я не знаю, почему до сих пор. Батя снимает маму. Мама. Чтобы на лицо тебе, чтобы солнце попадало. Ребята, энергией питаемся. Каждый раз, когда прихожу в парк Галицкого, у меня очень хорошее настроение, потому что тут все так красиво и аккуратно. Я думала, что всю жизнь, что это баобаб, а это бутылочное дерево. Но погода вообще шикарная, ребят. Ни одного облачка просто. Ой, сейчас там что-то показывать будут. Мы снимаемся для канала папы. И, короче, если что, переходите на его каналчик Гарик Тарана. Все о видеосъемке, о фото, о видео. Ребят, там будет видео со мной. Посмотрите на результат. Мне кажется, будет прикольно. Гуляем по парку. Наверное, уже второй час где-то. Тут мне так нравится, ребята. Тут очень красиво. Подустала, решила лечь на травку. Легла на травку полежать. Это энергообмен. Энергия земли. Доехали до дома. Принглс здесь. Очень вкусные. Я чипсы не ем, но тут эти принглсы. Всем доброе утро, друзья. Фермер вышел полить плантации. 8 утра. Тяжелая работа. Он не отдыхает, без выходных работает. Ребята, я сейчас вышла на набережную погулять. Я сегодня просто весь день отдыхала дома, потому что у меня такое состояние немного... слабое, что ли, может быть, из-за того, что я очень много гуляла все эти дни. Там тусовка, тут тусовка. Построили тут скейт-парк. Блин, так клево. Короче, сейчас просто прогуливаюсь по району. Надо придумать, что на ужин покушать. Может быть, вкусная точка. Я катаюсь на самокате каждый день, потому что это лучшее средство для передвижения, но аккуратно надо. Peace out, я поехала кататься. Итак, друзья, сейчас я иду пробовать вкусно и точка. Вот мы и пришли. Ребят, ну вкусно. Сейчас себе делаю такую масочку, угольную масочку, и вечером иду гулять. Пытаюсь уговорить Степу, чтобы он со мной пошел гулять. Вот эту маску я делаю от Артефакт. Ребята, вот мой шикарный напиток, квас. И тут спит мистер Шамиль. На маникюр сходила, к врачу сходила, к зубному завтра. Ноготочки, врачи туда-сюда. Шикарный квасик, жалко, нельзя с собой забрать несколько бутылок кваса. Ребят. Итак, дорогие друзья, я тут маме привезла подарочков из Сеула, и я ими же воспользуюсь по секрету, надеюсь, она этого не увидит. Вот такую сыворотку, The Ordinary, у нее очень классная текстура.
Я сделала сейчас эту маску артефакт. Посмотрите, насколько у меня ровный тон кожи. И сейчас я нанесу тоже от The Ordinary крем. Я много ей привезла всего, но она пока тут не расставила еще ничего. Там у мамы просто целая коллекция сейчас косметики скорее. Но The Ordinary это американский бренд. А, нет, The Ordinary это канадский бренд. Блин, это маска. Просто, ребят, без фильтров, тупо камера айфона. Сегодня мы с вами пойдем в центр города. Yes. Просто мы на стиле. Мама, I'm a star. I'm a super-duper star. Так, видно мою кожу? Просто чекайте мою кожу сейчас. Просто I'm incredible. Ой, лялечка моя. Ой, лялечка моя. 40-килограммовая лялечка. Привет, что можешь сказать нашим зрителям? Я вот так хотела полежать. Ребят, я пришла к Сёпе домой. Roblox. Смотрите, какая у него клава. Топчик, пушка готова. Ребята, я пришла к Сёпе домой, и чтобы посмотреть вообще, как он тут живет, поживает. И он мне сейчас показал, как он играет в Roblox Cave. Я пришла в мой самый любимый ресторан просто в городе Краснодар. Степа сказал, что он приедет попозже. Потому что ему сейчас надо кое-что делать. И он приедет где-то 8:40, может где-то так. Короче, буду его ждать, и мы будем вместе гулять. Я так рада, в Краснодаре просто настолько нереальная погода. Тут каждый день голубое небо, без единого облачка. Я вообще не знаю, как это так. Это мои телячьи щечки, посмотрите, какая красота. Гуляем по центру Краснодара. Это Краснодарский краевой суд. Там находится очень красивая церковь. Пройдемте, мои дорогие, пожалуйста, пройдемте со мной. Итак, мы гуляем по Краснодару. У меня немного замыленная камера, я не понимаю, почему. Ребят, дорогие мои друзья. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас поцелую. Просто кожа, о май гад, просто amazing, the best, yeah. Это новый день нашего повседневного влога. Я приехала на участок, где родители сейчас строят дом. Тут есть такая мини-беседка уже, летний туалет. И был бассейн. Я вам сейчас покажу, что с ним стало. Вот это вот был бассейнчик. И родители уехали в Москву, чтобы меня забирать, и оставили бассейн с водой. И вот что получилось. Ой, тут такая погодка хорошая, хорошая погодка. Мы поехали на озеро с друзьями Стёпой и родителями. Это было очень весело. Мы прыгали, я научилась делать заднее сальто, и мы поехали кататься на банане, и в конце мы перевернулись так, что было ощущение, что мы на скорости 100 км в час просто выпали с мотоцикла. Это было что-то невероятное. Ёб перевернул, блядь. Привет! Привет, малыш! Обзор на корову. Коричневый цвет. Пока, корова! Короче, ребят, у меня есть такой ящик с косметикой. Вот тут у меня было очень много помад. Я выкинула половину здесь. Короче, косметики, которая уже закончилась, или у которой истек срок годности. И мне сейчас тут надо перебрать. Тут еще палеток, вон сколько много. Кушоны, всякие другие штуки. Короче, сейчас занимаюсь этим делом. Пробовала вот помады, которые у меня здесь есть. Сегодня мы начинаем наш день с того, что я приехала в Абрау-Дюрсо. Вау, ребят, шикарно. Смотрите, какая красивая мама. Ребят, тут очень мега-супер красиво. Я не выходила с вами на связь несколько дней, потому что я просто отдыхала и гуляла. Тут очень красиво, в Абрау-Дюрсо.
Я вам обязательно все покажу. Мы сейчас идем на озеро. Ребята, мы нашли место, чтобы покушать. Короче, ребята, пошли мы в тот ресторан. Как-то он там 1070 что-то там называется. Это просто разочарование. Возможно, они устали, да. Но мне кажется, что надо быть вежливее и добрее. Мы нашли очень классное место. Намного милее, красивее и вообще намного лучше, короче. Сейчас мы, короче, тут попьем чаёчек, покушаем десертики и еще погуляем. Ребят, тут так красиво. Запасяй. Вот это мужик поймал рыбёху. Вот наш завтрак, ребятки. Милые варенички. Горячие. И милая шамочка. Какой красавец. Блин. Ребята, сейчас мы выходили на улицу, мое любимое место, чтобы мы пофоткались. Мы сделали просто нереально красивые фотографии. Переходите обязательно в мой инстик. Можете в инстик Степана прийти. Вот, мы сейчас думаем, снять вместе видосик или не снять. Повторить ли нам видос, который мы уже снимали, типа «Мой брат делает мне макияж». Это было очень смешно. Попробуем. Ребят, сегодня погода невероятно крутая. Не жарко, очень свежий ветерочек. Я сейчас просто хочу гулять. Я просто гуляю и наслаждаюсь. Наслаждаюсь этой погодой, потому что на улице очень хорошо. Есть день завтра, и послезавтра мы уезжаем в Сочи. Мне очень грустно, ребят. И в итоге, на этом моменте я решила меньше снимать и больше быть в реальной жизни вместе со своей семьей. Если честно, мне было очень грустно уезжать обратно. Мне было очень тяжело, просто сердечко болело. Но вот я уже в Сочи, и завтра будет мой рейс в Москву. Сегодня у меня был целый день в Сочи, перед тем, как лететь в Москву. Я сегодня ничего не снимала, потому что я просто была со своей семьей. Я очень много погрустила, потому что спустя 2 года я их увидела, и эти 2 недели пролетели так быстро, что я ничего не поняла. И я сегодня плакала много раз. Очень было грустно уезжать опять. Ну и плакать тоже грустно. Покупаться не получилось, поэтому просто делаем прогулку по набережной. В Сочи очень классная погода. Просто посмотрите на задний план мой. Это очень здорово. Завтра в 6 утра самолет. Даже сейчас, монтируя, я просто пустила слезку на этом моменте, потому что, мне кажется, всегда и для каждого это немного грустно уезжать куда-либо от своей семьи, от друзей. Но это нормально, это наше чувство. Спасибо вам большое, ребята, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, оно вам очень понравилось, и я старалась запечатлеть то, что я могла. Пожалуйста, оставьте ваш комментарий и не забудьте поставить палец вверх, потому что это ваша отдача, и мне очень приятно читать комментарии и видеть то, что вам нравится мои видео. Спасибо вам большое за просмотр, и всем пока!